понедельник первому тренеру фигуристки Алины Загитовой из Ижевска Наталье Антипиной присвоили звание «Заслуженный тренер России». Специалист занималась будущей чемпионкой 6 лет. Во вторник стало известно, что в Удмуртии передумали брать плату за вывоз мусора с квадратных метров. Стоимость услуги будет зависеть от количества прописанных в доме или квартире человек. В среду Сусанин рассказал, что недостроенный терминал в аэропорту Ижевска могут снести до конца этого года. Здание уже не соответствует современным требованиям. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев полностью признал свою вину в получении взятки. В четверг об этом сообщили следователи. Они передали уголовное дело в прокуратуру. В пятницу власти Ижевска рассказали, что ждет горожан в новогодние праздники. Так, на центральной площади пройдет музыкальное свето-видеошоу. Также будет работать новогодняя ярмарка. Организаторы представят на ней напиток «Удмуртия заряжает».